Нет, не придется. Погоди, я встану с другой стороны, мне тут выхлоп все перекрывает. Ну попробуй еще немножко. Ой. Попробуй. Но ты сразу застрянешь. Думаешь, накатывать лучше? Ну да, потихоньку, на первый, на холостых. А ты на пониженной? Да. Ну во, видишь, все. Теперь назад и еще раз. Ай, да, там эти. Да, тракторист сейчас тебя ненавидит. Блин, что-то там утыкаешь, да? Ну тут-то не. Ну да. Ну ты раскатаешь. Можешь посильнее? Что-то у тебя там лязгает в заднем мосту. Я знаю. Ну просто дрочные шрусы, скорее всего, и раздатка. А. Сейчас, погоди, я перейду. Подъемчик. Блин, а у тебя блокировки отрабатывают. Хорошая вещь, да, псевдоблокировки. Да, да. Но тут уже, конечно, ну, высоты колес не хватает. Сейчас вылезешь. Ты только не раскапывай. Кажется, это все. Да не, давай, толкайся. Ты растолкаешься, все.
Это же УАЗ! Не отъезжай далеко, Костян, попробуй здесь подрочиться. Не, наверное, надо назад. Не, у тебя не хватает. У тебя просто бугор, и ты, ну, он тебя тормозит. Я на 10 часов. Раскатаешься. Может, тебя толкнуть чуть-чуть? Мне кажется, надо вытаскивать. Да не, ну давай, поборись. У тебя он даже дверь, он еле открывается. Ну вот, ты прорубил все. Просто дотравиться. Да. Вот, патриот в своей стихии это называется. Слушай, ну тут, блин, тут у тебя уже бампер как бы на 10 сантиметров ушел. Разгону! Натаптывает себе запуск. Блин, достаточно упирающий, конечно. Вот, а прикинь, как к коню бы мы сейчас поехали. Мосты. Мосты рулят, да. Ну сколько? Ну вот честных тут сантиметров 40, наверное, снега, да? Ну 35. Ну вот Ниве на стоковых колесах, даже со всеми блокировками, было уже вот в таком снегу, конечно, очень тяжко. Ну а что, Нива, она легкая. Ну да. И там нет моста. Там передняя. Нет моста, да. Вот где надо ехать. Слышь, Костян? А? Вот где ехать надо. Сейчас заеду. Да. Сейчас чуть левее возьму. Смотри, ты едешь. Вот это. Так, у меня батарейка садится. Ну, бампер уже хрустит. Бампер хрустит? Это плохо. Мне кажется, не поедешь дальше, да. Ну, снег выше порога. Слушай, у меня стандартные колесики. 30, что-то там. Сейчас сделаю то, что трактористам и не снилось. Это что же? Ну, это правда, да. На снегу тут не страшно. Слушай, ну ты даже назад едешь. Ну так. Мосты, там смотри, блин, сколько. Да. Я вообще уже перестаю ездить. Ну, блин, тяжко. Ну, деревья впереди есть, что. Ну ты пробиваешься немножко. По 30 сантиметров, да? Если сцепление выживет, то нормально. А я сцепление-то, ну, типа, отпускаю сразу. Ясно. Нормально так. Хорошо, да.
Ну я чуть-чуть затравился. Сколько? 0,5? Да я фиг знаю. Давай твоим манометром померим. Давай. Блин, ну, слушай, это вот прям, прям расталкивание бампером снега. Причем он не вот прям. Да. Я прям упираюсь как стену у него. Ну, у тебя вот снег, куча уже почти по верхний вот срез бампера. Под угол. Ну, чтоб ты понимал, у тебя порог уже полностью ушел под снег. Что, нельзя было на Тойоте такое сделать? Нет. Почему? Потому что была посадка. Нет, в смысле, а почему? Потому что двигатель не крутился больше. Да не, он крутился. Передние колеса, она наезжала вот так вот, вешалась. И все. Ясно. Ну это прям преодоление. У тебя еще блокировочки отрабатывают хорошо. У меня-то все-таки свободно все. Блин, ну я думаю, что у меня с блокировками тоже хорошо поедет, да? Блин, ну ты прям уже прям осмелел, я смотрю. Я подспустился? Да. Назад всегда есть варик отъехать. Да. Тут, конечно, сложно. Я думаю, что Нива бы здесь приуныла, да? О, я застрял, кажется. Да не, вот не. Вот она, вторая передача. Ладно, давай я тебя поснимаю. У меня... Сейчас он там... Валерий, лучше поснимай. Лифтованный патриот против стандартного, да? Блин, я боюсь, как бы у меня на артеке не стали задевать заклюшки. Мне кажется, не хватает вылета. Ты уверен? Ограничен. Или покупать железки с вылетом 20. Нет, железки, конечно, вообще жесть. Думаешь? Ага. Слушай, он тоже ползает, да? Ну да. Блин. Ну, а вот если за патриотом на Невась поехать, да, это будет то все. Тут будет фиаско. Ох, нормально. Причем это стандартные колесики как бы. А тут нет псевдоблоков? Есть. Раскачивайся. Есть. Но у тебя не такое ощущение, что сразу прям подхватывают. У меня нет блокировки, потому что. А, нету? А, нету? У меня нету, ESP. Ну, а все, ну-ка, сейчас я... Псевдоблокировки нет у меня, Костя, у тебя другое. А, ну понял. У меня экранчики есть... ничего не высвечивается, да? Блин, вот это колесо ушло больше, чем по диску уже. А вот... Может, рулем, нет? Может попробовать назад все-таки пробиться и разгон? Ну да. Да. Так что есть, пацаны. Надо назад. Не работает. Ну там, наверное, это, надо разбираться с тормозами. Думаешь? Спереди-то вот прям так, чик-чик-чик-чик. Может быть, пробовать это, туда сдвинуться? Рулем! Вот!
Слушай, ну если Мочалов на стоковом рейнджере проехал, Индигу, а эти ребята на Патриоте, то, блин, значит, едет же. А про Мочалова? Да. У него видос есть, как они на Ренмара по тундре ехали, на Патриоте и рейнджере. А, да. Вот. Патриот-то стоковый был. Так там Патриот был на МТ-шках. А, ну вообще. Это вообще не считается. Да. Да, только у вас все нагрузили, а он ехал пустой еще до Кутина. Ну это да. Костян, а ты дальше куда думаешь ехать? Вперед, если получится. А если не получится, не знаю. У вас сила! Шрус левый хрустит. Это вам...